По информации Луганск-информцентра, власти Луганской Народной Республики не препятствуют работе МТС Украина и ЛАЙФ на территории республики, несмотря на то, что они не прошли перерегистрацию. Как пояснил министр связи Андрей Еременко, мы не разрываем связь с Украиной, потому что есть родители, родственники, есть друзья, живущие на Украине, с которыми иногда хочется поговорить. На данный момент все операторы работают. При этом представитель ведомства подчеркнул, что украинские операторы ни копейки налогов в бюджет республики не платят. Также замминистра отметил, что из-за блокады техническое обслуживание оборудования мобильных операторов на территории ЛНР существенно затруднено.